Какой будет эта неделя? Узнаем у Галины Солодовник. Галина, добрый вечер. Вам слово. Добрый вечер. На этой неделе сохранятся осенние условия погоды. Облачно, ветрено и временами дожди. Температура воздуха существенно не изменится. Всего на пару градусов прохладнее. Однако эта неделя запомнится частыми туманами, которые будут ухудшать видимость не только ночью, но и в дневные часы. А о погоде на завтра я расскажу через несколько минут.